Дачная амнистия, другими словами, это упрощенный механизм регистрации права собственности на земельные участки и жилые дома. Сегодня для того, чтобы узаконить свои права, нужен следующий перечень документов. Это технический план в электронном виде, паспорт собственника и документы на землю. Имея весь этот пакет на руках, вы можете идти во многофункциональный центр. Однако после 1 марта все может измениться. Тем, у кого дома на участках под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство, при регистрации прав придется получать еще и разрешение на ввод в эксплуатацию. Это разрешение подписывает специальная комиссия, созданная администрацией города. Каждый дом, который будет закончен строительством, собственник обращается с заявлением. Комиссия будет выезжать. Обязательное требование. И собственник показывает свой дом комиссии. Он должен соответствовать пожарным, санитарным, строительным нормам. Однако сегодня так тщательно проверять вашу постройку никто не будет. Правительство избавило россиян от этого, но только до 1 марта. Поэтому успеть зарегистрировать свое владение до наступления весны в интересах хозяина участка. Во-первых, вы затратите меньше времени на сбор необходимых документов. Ну и во-вторых, сэкономите раза в три. Что же будет, если дом построить без разрешения? Сначала собственнику придется заплатить штраф, а установить свои права он сможет только через суд. Но и это еще не все. Если человек не оформил свой дом вообще никак, то есть не оформляет право и живет в доме не зарегистрирован, он не может ни прописаться в этом строении, ни подарить, ни передать наследство, то есть не осуществить каких-либо действий, подключить газ, электричество и все остальное. Сегодня остается все меньше времени, и правильнее всего будет доверить сбор необходимых документов профессионалам. В центре решения на Свободы 54 квалифицированные специалисты помогут вам разобраться в ваших земельных документах, подскажут, что необходимо для регистрации права собственности. Консультация специалиста бесплатная. Если у вас имеются постройки или дачные участки, которые по документам до сих пор не принадлежат вам, в дальнейшем вы рискуете остаться ни с чем. Позаботьтесь о будущем уже сейчас. Екатерина Кравцова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ.